Афанасий Николаев, заместитель председателя Совета по поддержке гражданских инициатив общественных объединений при Северо-Восточном федеральном университете, кандидат исторических наук, сопредседатель общественной организации ИЛИН. Когда я начал читать в интернете разные сообщения, то я обнаружил, что есть такое портал, который называется «Якутия. Образ будущего». Знаком с вами был по вашим публикациям, там, разного рода анализом политической ситуации, там, анализом национальных отношений, религиозных. Вот. Но окончательно вот, лично с вами познакомился, если вы помните, Михаил Ефимович посоветовал мне прочитать вот эту книгу «Уроки Алексея Кулаковского». Ну, представляя себя очень знающим человеком Кулаковского, сделал много-много открытий в этой книге. Но потом узнаю, что вы автор, который пишет про Алексея Кулаковского, с таким же, скажем так, с таким же внимательно, углубленно и напряженным мыслительным поиском работает над образом Сталина. Так, Сталин – маршал Победы. Так. Вот это вот меня очень удивило. Вышла книга «Тайная история Саха». Откуда возникло это название? И в чем тайна все-таки? Главная тайна. Название этой книги навеяно известным научным трактатом Прокопия Кесарийского «Тайная история». Она имеет отношение к истории Древнего Рима. Ну и, конечно, к сокровенному сказанию монголов. Вот одна из версий – это «Тайная история монголов и Чингисхана». А решился я взяться за эту тему благодаря одному научному проекту. И Республика Саха-Якутия до 2050 года – это форсайт исследования. Инициировала Евгения Исаевна Михайлова, когда стала ректором Северо-Восточного федерального университета в 2010 году. Ну, это форум такой. Да, это был научный проект, форсайт исследования. И цель была сделать прогноз развития республики до 2050 года. Было 9 групп создано. Я возглавлял группу истории и религии по приглашению Евгении Исаевны, как специалист вот в области межнациональных, межрелигиозных отношений, ну и как историк, как востоковед. И когда я начал изучать вот материалы по истории и происхождению Саха, нашел очень интересные материалы климатологов. И отталкиваясь от этого, появилась идея написать новый взгляд на происхождение и историю Саха. Потому что в официальной историографии нам говорят о том, что вот мы, наши предки когда-то с Байкала ушли в 13-14 веке, что вот мы пришлый народ. Но исторические факты, вот то, что мы занимаемся скотоводством, наше Аланхо, говорит о том, что мы ниоткуда не приходили, мы являемся коренным народом Якутии. Мы всегда здесь жили, и тысячами нитей связаны со всеми народами Евразии и Америки. И объяснение это связано вот с глобальными климатическими изменениями последнего ледникового периода. Это 15-20 тысяч лет назад, когда было вот последнее великое оледенение, и предыдущая человеческая цивилизация погибла под льдами. Например, там, где сейчас находится Москва, был Валдайский ледник, это 5000 метров льда и снега. Очевидно, что никакая жизнь там быть не может. А именно в этот период было потепление на территории Якутии. У нас был климат, схожий с современной Средней Азией. И оттуда древние такие слова, непонятные в нашем языке, в языке саха, вот тебен, хахай, могой, хой. Это фауна ведь Средней Азии. Львы, верблюды, откуда они могут быть в современной Якутии? Ну так, может, привезли, память сохранили, оттуда приехали, сохранили память. Ну, такая версия тоже существует, но, скорее всего, есть ведь еще данные не только климатологов, но вот генетиков, людей, которые занимаются изучением скота,
языка. Известно ведь, что, например, жители Америки, индейцы, они перешли через Берингов пролив в Северо-Восточной Азии примерно 11-12 тысяч лет назад, когда еще не было вот пролива, когда был перешеек, и они связаны вот именно с нами, с жителями вот современной Якутии, это вот Северо-Восток Азии же. И с другой стороны, сейчас генетики удивляются, почему вот именно такой вроде бы немногочисленный народ, как саха, связан с древними ариями, шумерами, современными русскими, с теми же англичанами. Как это объясняется? А объяснение очень простое. Если климат меняется, люди вслед за теплом, когда-то вот, когда ледниковый период оканчивается, 10-15 тысяч лет назад, они уходят. Большая часть людей, которая здесь осталась после вот период великого оледенения, они ушли за теплом в Америку, Азию, Европу. И это объясняет вот данные генетиков. И получается, какая-то часть небольшая осталась здесь, и это вот наши предки. С другой стороны, были примеры и обратной миграции. Вот история с Илляем, она ведь тоже является историческим фактом. Вот мы же говорим «татарский царевич», вот на эсэхе вот мы исполняем. Понятное дело, была и обратная миграция. Оттуда приходили и отсюда уходили. Это был очень сложный процесс. Тот же Гумилев, он ведь говорит, этногенез такая штука, что вот 1200-1500 лет максимум живет тот или иной этнос. Но после смерти одного народа начинается жизнь в каком-то другом теле, в другом образе. И на самом деле вот все народы, которые населяют Евразию, они имеют общий корень. Мы вроде отличаемся, вот с теми же русскими, они говорят, что вот они славяне, европеоиды, а 80% по крови они схожи с нами, с саха. Это не мои измышления, это исследования самих же российских, русских ученых. Но объяснение какое может? Единственное объяснение, то, что это связано с глобальной миграцией и тем, что фенотип, внешний облик человека, он меняется в зависимости от климата. Поэтому, наверное, вот когда русские пришли сюда в 17 веке, они нашли какие-то общие корни, говорили на каком-то общем языке, была у них одна вера, вот мы почему-то ведь православие вот русское приняли, почему это произошло. Мы же не понимаем, вот даже сейчас, если мы поедем в какую-то другую страну, мы же не сможем говорить с листа, а там же не было переводчиков, какие могли быть переводчики. И потом, как наши предки, вот предки русских нашли общий язык и совместно осваивали Дальний Восток и Русскую Америку. Вот эта страница истории, она же вообще не освещается. Баланхо говорится, откуда я родом, чья кровь во мне течет, да? И в чем смысл моего вот существования здесь? Хантанханнав, кентенкиннахпни, тохтантумуллахпни. Вот это так, да? Главная тайна в этом. Поскольку я почему... Мне важно главное понять, и дело в том, что, ну, читая Ксенофонтова, значит, выясняешь о том, что вот несколько этапов как бы освоения вот земель, Средняя Лена, Амгинская, потом Север, там, у него же, ну, как бы через реку Лену южное происхождение, потом, значит, со стороны Красноярска, Вилюйские там, Вилюйские, оленные якуты, которые вытеснили оленных северных народов, потом якутские скотоводы, которые вытеснили потом оленных якутов вилюйских еще на север, оттуда появились северные якуты. Вот как бы основная вот концепция такая. Да? Это ближайшая история. Да? А в вашей книге говорится о истории тысячелетней, десятилетней тысячелетней. Наша история может послужить ключом к переосмыслению мировой и российской истории в целом. Представители французской школы анналов, они говорят о том, что Запад, вот европейская цивилизация, выходит на первый план в результате промышленной революции только в начале 19 века. До этого Европа, Запад, они были отсталой периферией великих евразийских цивилизаций. Европейцы
даже понятия, например, о бытовой культуре они не имели длительное время. И мы сейчас вот судим по американским, по европейским фильмам, что вот они были такие цивилизованные, развитые, а все остальные были варварами. Вот даже знаменитая вот, трилогия Толкиена «Братство кольца» там вот, описывает вот, восточные народы. Но это традиция, которая пошла на самом деле с Гомера, с Геродота, описание того, что якобы они победили вот Трою, потом они победили персов. И, по сути, вот героизация вот этой истории идет. А на самом деле, например, по развитию экономики и Китай, и Индия, и Евразия, они были на период, на порядок более развитыми, нежели чем Европа. Вот только 200 лет они вышли на первый план. Они переписали историю, и с этой точки зрения мы выглядим как неполноценные. 862 год. Появление древнерусского государства, которое принесли вот, государственную цивилизацию норманны, европейцы, там, голубоглазые, истинные арийцы с Европы. Первое крупное государство на территории вот, современной России, Евразии, СССР было на Дальнем Востоке, это государство хуннов. Это третий век до нашей эры. Халха-монголы, они отмечают 2300 лет государственности. Великая Россия, которая является наследницей вот евразийских цивилизаций хуннов, тюрков, монголов, она 1150 лет недавно отметила. Более тысячи лет мы своей истории мы потеряли. Это вот в 18 веке, когда начинается вестернизация, и Петр I начинает свои реформы, он переписывает историю. Мы, с одной стороны, благодарны вот немецким историкам, Миллеру, Шлецеру, которые большой вклад и в изучение Якутии, и нашего народа внесли. Но они-то переписывали нашу историю, наши летописи, наш фольклор. И вот к письменным источникам тоже нужно относиться критически. И мы воспринимаем, например, наше Алан-Хо, наши вот эти сказания, как миф, как легенду, как сказку, как то, что не было. А на самом деле... Фольклор, он более историчен, более правдоподобен, чем вот эти письменные источники, которые переписывались в угоду политическим интересам тех или иных правящих кланов. В эпосе, в фольклоре все гиперболизировано. По поводу тезиса, вашего тезиса о том, что это более исторично, более подлинно, чем документы, которые писали вот другие ученые, исследователи. Где это? Вот? В чем они более подлинные, более историчные? Историческая канва там более правдоподобна, потому что существует некий канон, который нельзя было менять. Даже вот мы имеем же эсэх. Традиции эсэх это появились не 200, не 1000, а 1000 лет назад. И это... из поколения в поколение сохраняется, передается. Мы же знаем вот наших тюркских братьев Средней Азии. Текст, который передавался из поколения в поколение, один в один, что их предки. Если ты меняешь что-то, хоть одно слово в эпосе, то тебя могли убить просто. А письменные источники, они меняются. Меняются в угоду... ну, да, политической конъюнктуре. В ваших размышлениях подход гумилевский, вот, про который вы сами тоже пишете, о том, что надо на историю смотреть с мышиной, как бы голографически, да, с мышиной норы, с высоты кургана и высоты птичьего орлиного полета. Так, да? И у меня в связи с этим вопрос. Вот, зачем и кому, для чего надо, чтобы мы знали... и тратили время, напрягались, узнавая 15-тысячелетнюю историю происхождения народа саха. Сегодня для чего это надо? У Чингиза Айтматова описано вот феномен манкурта. Человека, которого насильно лишают памяти исторической. Этот человек, он продолжает свое существование, но в качестве раба. Вот ему говорят, принеси, унеси. Сходи за скотом, но
он перестает быть личностью. И, по сути, вот этот процесс манкуртизации, он идет постоянно. В советскую эпоху мы же создавали общество будущего, при всех плюсах там были и минусы, безусловно. И минус в том был, что мы создавали новую социальную общность, советский народ, и стремились вот эти национальные отличия уничтожить. До этого была вот царская империя, и тоже было деление. Титульный этнос и остальные инородцы. Соответственно, проводилась определенная политика. И история сейчас дает нам уверенность в будущем. Человек, который не знает своей истории, истории своего народа, он, во-первых, становится объектом манипуляций, и он верит тому вот внешней пропаганде. А если ты знаешь свои корни, что история твоего народа насчитывает тысячи лет, у тебя появляется ответственность за будущее. Феномен коррупции в чем заключается? Люди стали атомами сейчас, и каждый думает, что вот жизнь одна у человека. Бога нет, значит, все дозволено. Нарушена вот эта преемственность поколений, и люди хотят урвать как можно больше, здесь и сейчас, обеспечить себя, своих детей, и нет вот ощущения историчности. У народа сахам сейчас идет напряженный поиск, назовем так, Бога. Так, да. Хотя поиск Бога – это вечное, такое, вечное состояние думающего, мыслящего человека, но сейчас какие вот происходят процессы в этом плане? Начиная с конца 80-х, начала 90-х годов, в нашем обществе, среди народа саха, идет очень активный поиск национальной, в том числе религиозной самоидентичности. Этот поиск никогда не прекращался, и в советское время сохранились вот эти традиции. Тот же Алексей Алексеевич Кулаковский в начале 20 века в своих научных трудах писал о том, что у народа саха есть очень развитая древняя система вот религиозных представлений, что она даже больше, нежели чем вот немногочисленный современный народ саха. И во многом эта ситуация уникальна, если сравнивать с другими регионами и с другими народами России, потому что население нашей республики, как известно, сейчас меньше 1 миллиона, из них саха примерно половина. И у нас, у саха, помимо того, что значительная часть является православными, это примерно 25% по данным социсследований. Но более 70% они идентифицируют себя как представители традиционной веры. Но называют себя по-разному. Аиюря, Юрюнартоян, тенгрианцами, шаманистами. И одной какой-то единой организации, структуры нет. Например, как у мусульман, как у христиан. Но это связано, видимо, с тем, что саха традиционно жили на очень большой территории. Якутия – это же полуостров Индостан. Это субконтинент. Это целый континент, целый мир. Сейчас уже юридически зарегистрированных три течения, три религиозные организации, и они уже эти искания перешли на новый такой евразийский континентальный масштаб, когда появилась и зарегистрирована первая тенгрианская религиозная организация на основе Аиюря, это вот учение Лазаря Афанасьева Терисе, и создан юридический прецедент. И, по сути, рождается новая идеология, которая призвана и способна объединить на новом историческом этапе народы Евразии. Ни одна существующая религиозная организация, вот будь, мы возьмем там исламскую, православную, буддийскую, она не может объединить, она локальная. И существует потребность в некой гражданской идеологии, которая не формализирована как религия, как религиозная организация, а должна быть идеология, которая выходит за рамки одной религии. Это, по сути, то, что создал Чингисхан, когда он объединял свою империю в 13 веке. Он ведь не
только, как пишут в учебниках, нам лгут, силой оружия объединил всю Евразию. Сотни миллионов людей входили в его империю. А благодаря тому, что он предложил новый образ будущего, по сути, первое гражданское секулярное общество создал Чингисхан в 13 веке. Он предложил новую модель мира, где все равны и являются гражданами единого государства. Вот та же беспошлинная торговля, это же введено было Чингисханом, а все начиналось с идеологии, с его ясы Чингисхана. И вот эти искания, которые происходят в одном небольшом вроде бы регионе, в одном небольшом народе, они получают импульс и со временем могут стать таким объединяющим началом для всех народов Евразии, для стран бывшего СНГ. Относительно других мегаэтносов, народ Саха – это 400, меньше, чем полмиллиона. Так, да? И не является ли это некоторым каким-то таким неисполнимой амбицией создания той религии, которая объединит весь мир? Или, назовем так, даже не создание, а движение, ориентир в сторону такой религии. Когда не имеется ни, назовем так, Библии или Корана, или там Тора, или как вот учения какого-то, не имеется в истории пророка, который бы как бы, не говоря уже о том, что храма нет. Вот три мировые религии, вот ислам, христианство, буддизм, приводит к тому, что иудаизм, иудаизм тоже можно в какой-то степени как прародительницу ислама и христианства. Эти ведь религии привели нас к тому, что мир находится на грани гибели, коллапса, потому что численность населения Земли за 20 век увеличилась в 4 раза. 1,9 миллиарда в начале 20 века, сейчас 7,6 миллиардов. Мир задыхается от мусора, не хватает еды, воды, воздуха. И это ведь следствие и идеологического кризиса, того, что людей ничего не объединяет. Процесс атомизации общества, то, о чем говорил Достоевский еще в середине 19 века, он же поставил вопрос ребром. Он говорил, если Бога нет, то все дозволено устами Карамазова. Формула-то очень простая. Если Бога нет, то все дозволено. И вся история 20 века – подтверждение этого. И мы пришли к такому моменту, когда человек или должен вернуться к корням, к традициям, которые сохранились в лучшей степени у нас, у Саха, которые жили изолированно, компактно, нас не так много, но территория огромная. И мы должны, вот наша всемирная миссия Саха, мне кажется, заключается в том, чтобы передать вот эти традиции, передать нашу культуру, как вот арктический вектор, как северный вектор, всему миру, с тем, чтобы он смог найти какие-то общие систему ценностей. Очевидно, что в силу там ограниченности и количественной, и нехватки там богатых людей, и того, что мы не имеем военной силы, мы не можем завоевать мир, как во времена Чингисхана это сделали наши предки. Но с помощью идей, с помощью вот этой нашей культуры мы можем объединить. А Кулаковский все-таки, он же не сформулировал, да, вот имел какую религию уже, как бы устоявшуюся, сформулированную народом Саха, тенгрианство или ара и так далее, или что. Вот. Он же нигде же не про это не сказал. Говорил о том, что 99% вот своей веры, именно глубинных корней мы утратили, но можем восстановить. И вот тот черный шаманизм, который принимают за вот веру Саха, это только подвальный этаж нашей веры, системы традиционных ценностей, что вот так называемый белый шаманизм, который сохранился в Исейхе, вот, да, это практически было уничтожено. Но на самом деле это сохранилось, и вот через Исейх, через фольклор,
через традиции. И даже в 20 веке мы же говорим там политические репрессии, что вот наши там уничтожали. Но уникальная саха еще заключается, вот если мы сравниваем с другими тюрко-монгольскими народами, вот эта традиция, несмотря ни на что, даже в 20 веке, вот в годы там политических репрессий, это сохранилось. Были живые носители традиций фольклора. Те же аланхасуты, они передавали, вот живые носители, вот те же великие наши шаманы, Никон и другие, они жили, они были фактически нашими, жили в нашу эпоху. А у других народов, к сожалению, в силу разных политических там и прочих, традиции оборвались. Вот наши братья, например, алтайцы об этом же говорят. Буряты говорят, что были действительно у них великие там люди, но живых носителей традиций нет. В новейшей истории, так, в масштабе России, да и в свое время в масштабе Советского Союза, почему-то вот национализм, националистические какие-то вспышки, считалось, что происходит прежде всего вот из Якутии. По крайней мере, те, значит, проявления некоторого такого, назовем так, несогласия, недовольствия или студенческой молодежи, или интеллигенции с теми или иными социальным положением всегда трактовалось в центре как проявление национализма. Вот почему, вот, ну, назовем так, это касалось прежде всего нас, якутского, саха. Вот эта трактовка. То есть получается, что мы как-то остро чувствуем происходящие процессы несправедливости в социальном, идеологическом, духовном плане, или это все-таки оценка со стороны, несправедливая формулировка? Здесь работает какой-то механизм генной памяти. Якутия, вот наша земля саха, и мы являемся хранителями очень древней системы ценностей. Исламские республики, например, Татарстан, там, Чечня, дают запредельные там цифры. Они не характерны для России в целом. Тут дело не в нашем там количестве, там, богатстве и прочих вещах, а о том, что мы являемся неким барометром и показателем. И в разговорах с представителями вот наших братьев, там, тюрков Средней Азии, Сибири, часто говорят, куда вы, саха, туда и мы. То есть они ждут от нас. И не только, что удивительно, ну, это понятно, это вот наши братья кровные, но и многие представители вот русского народа, русской интеллигенции тоже очень внимательно, оказывается, отслеживают те процессы, которые у нас в Якутии происходят. Что-то вот в генах у людей говорит о том, что, вот, видимо, вот это наши предки, и они что-то знают такое, что мы не знаем. Ментимир Шаймиев, бытность министром культуры, я участвовал в чествовании его юбилея какого-то, и когда мы привезли такой большой шар из чароита, он стоял на кубе, шар на кубе. И когда привезли это и поставили на трибуну, он сидел на трибуне, я держал шар, а один из наших представителей держал куб, ему поставили, вдруг шар чуть-чуть так двинулся. Так. И тогда Ментимир Шаймиев посмотрел на этот шар и на куб и сказал: «Вечная мерзлота – оплот федерализма». 27 сентября, День государственности, Арсений Сергеевич в стадионе «Триумф» сказал одну фразу: «Мы хранители холода». Если планета потеряет холод, то планета исчезнет, а под воду уйдет. Так, да. То есть потепление там, и так далее. Там. А когда планета потеряет, значит, в Африку жару, то планета тоже может погибнуть. Не зря вы говорите о 15-тысячелетней давности, где кругом было холодно, а здесь было тепло. Сам климат еще создает вот такую как бы ответственность перед не только перед судьбой социальной, такой исторической, но еще перед судьбой планеты. Не зря урок Алексея Кулаковского написан «Земной шар». Так. То есть Кулаковский же беспокоился о планетарном масштабе. Мне вот татарский мой друг, он сам театровед, очень большой такой мыслитель, он говорит: «Так, почему у вас спектакли такие масштабные? И
ставит самым главным планетарный вопрос, говорит, да потому что вы хотите умом своим пытаетесь охватить 3 миллиона квадратных километров. Душой, умом, говорит. Так. Читаю вашу книгу, особенно последний вот алтайский вариант, там просмотрел я, и мне подумалось, что исследования сейчас исторические должны, видимо, происходить еще и с этой стороны, с этого как бы, если не мышиной норы, то уже из другой, как бы, из другой субстанции. Мы же сейчас живем век новых технологий, 3D, там 4, сейчас говорят о 5D. А мы имеем, к сожалению, вот историю, науку, которая смотрит очень односторонне, плоско на историю. Mm-hmm. Но мы же живем в цвете, цветов много на самом деле. И отличие вот этой теории, методологии Гумилева, которую он впервые написал в научном трактате «В поисках вымышленного царства» в 60-е еще годы 20 века, оно заключается в том, что он с трех ракурсов, с трех точек зрения дает объемное панорамное видение истории. Mm-hmm. Почему была попытка вот в первой моей книге «Тайная история Саха» использовать вот эту методику исследования истории Саха? Потому что написано-то очень много материалов по истории Саха, по истории Якутии, в целом по истории, огромное количество. Но нужна некая нить Ариадны, которая mm-hmm. поможет распутать и отделить факты от вымысла. История – это факт плюс интерпретация. Да, да. Позднее. И получается принцип испорченного телефона, даже вот то, что происходит сегодня, мы уже завтра, исказив одно слово, мы уже меняем историю. А то, что было 1000 лет, 300 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад, мы же уже все забыли. Соответственно, вот как отделить факты от домыслов, основная проблема заключается вот в этом. И Гумилев, он дает такую методику, и была попытка вот в этой моей первой книге, продолжение которой, я надеюсь, будут еще, вот, две части будут, «Тайная история Саха», попытаться использовать эту методику для распутывания вот этих тайн прошлого, чтобы отделить факты от домыслов. Культура, история, цивилизация. Так. Понятно, что, а может и непонятно, возникновение цивилизации не всегда, но цивилизация не всегда опирается на культуру. Так. Даже есть такое выражение о том, что культура, цивилизация возникает на могиле культуры тогда. То есть культура погибает, возникает цивилизация. Но сегодня наши, возьмем так локально наши республики. Вам не кажется, что идут какие-то новые цивилизационные процессы? Как это сегодня может быть осмысленно? Ученые и политики говорят о том, что 21 век, он будет веком геокультуры. Угу. То есть, если 19-й – это век геополитики, 20-й – это век геоэкономики, то 21-й век – это век геокультуры. То есть, культура – это вот образы будущего, система ценностей, смысла и истории. Вот. Соответственно, шанс получают те народы, не которые многочисленные, богатые, воинственные, а те народы, которые сохранили вот культуру, систему ценностей. Сейчас рождается такой синтез старого и прошлого, синтез традиций и инноваций. И вот в этом плане наша республика и Саха, они тоже идут в авангарде вот этого процесса общего, общеисторического не только для России, но и в мире в целом. И мы должны найти такую тонкую грань между промышленным развитием и сохранением природы. Сейчас же очень сильно развито у нас, например, экологическое движение. Люди выходят в защиту реки Лена, выступают против газохимического производства с одной стороны, с другой стороны разворачиваются крупные промышленные, реализуются крупные промышленные проекты, которые дают деньги в казну страны. Мы тоже это понимаем, с другой стороны, и уничтожение природы мы не должны допускать. Mm-hmm. И вот надо найти баланс интересов. Передо мной лежат три книги. У вас такие фактографические документы, которые очень-очень даже нигде не читал, не видел. Что главное, вот вы
отметили в этой книге? Главная цель. Если мы не переосмыслим вот сталинскую эпоху, то Россия не сможет совершить прорыв в будущее, о котором сейчас вот говорит президент Путин, то, о чем вот говорят на уровне регионов, прорыв в будущее. Потому что история имеет свойство повторяться, и сейчас многие ученые, футурологи говорят о том, что мир находится на пороге новой мировой войны. Если Россия не совершит качественный скачок, как 20-30-е годы, нас просто уничтожат и сомнут. Потому что идет война цивилизаций, очень мощных блоков НАТО, Китая, Европы. И если Россия не будет сильной, не будет монолитной, если мы не совершим качественный рывок в будущее, и если мы не будем едины, как в годы Великой Отечественной войны, и не осмыслим вот сталинский опыт, то нас, как не только государство, но и как народов, просто не будет. Физически не будет. Вы, значит, организовали общественные организации ИЛИН, так, да? И там я вижу, что вы через эту общественную организацию буквально от простых вещей своеобразные экспедиции вы совершаете по улусам, по районам, по городам республики. Потом предлагаете инициативу наших граждан, наиболее, как вам кажется, общественное движение или необходимым для развития республики. Поэтому я очень благодарю за то, что вы приняли участие на моей передаче. Приглашаю в будущий раз уже на отдельную определенную тему, которую можно было вот за эти 38 минут обсудить, с тем, чтобы телезрители наши, значит, вместе с нами размышляли, вносили свои идеи, замыслы. Очень хорошо понимаю, что вы вносите огромную лепту в развитие нашей республики. Хотел бы подарить книгу. Это на самом деле не совсем моя книга, но все-таки это касается многих статей и так далее. «Путь Республики Саха» называется. Это с благодарностью я вручаю эту книгу вам. Спасибо. Вот так. С той стороны, с подписью вот эти книги, как я понял, традиция нашей передачи. Да.